стало известно, что два города на юге Турции подверглись ракетному обстрелу как раз со стороны сирийского Африна. Во время атаки никто не пострадал. В ответ турецкие войска открыли артиллерийский огонь. Ранее власти Турции арестовали около сотни человек за распространение террористической пропаганды о наступлении на северо-западе Сирии. Операция «Оливковая ветвь» началась всю минувшую субботу. В ней участвует авиация и тяжелая техника. Турецкое командование заявило, что таким образом защищает национальные интересы и целостность Сирии.